информацию о том, что директор мне представил штатное расписание, обсуждали позавчера, вчера он представил мне тот вариант, который есть. Я объявил о том, что все документы должны быть представлены, чтобы директора представили мне и руководители подразделений с 23 числа перед камерой. Марья Дмитриевна часть не предоставила, часть предоставил Гайдаржи Виталий Дмитриевич. Виталий Петрович предоставил мне вчера вот этот документ после обсуждения позавчерашнего дня и представил мне этот проект по программам, которые вы в прошлый раз не утвердили. Замечаний были, не было авторов, не было Тони, да. Было их много, я вам скажу, вот такая стопка, не скрываю, они были у меня на столе целые сутки. Я пролистал и понял, что так просто с бухты взять и принять это дело, это будет незаконно. Поэтому я предложил на следующий день это рассматривать. Теперь мое заявление. Я прошу освободить занимаемой должности директора, в связи с тем, что он не справляется. Нет проблем. Нет, мы договорились уже. Мы договорились, что... Действующее взыскание есть или нет? А? Действующее взыскание есть или нет? Значит, если ставить... Я сам напишу заявление. Подождите вы. Я скажу так. Ни один день, пока я был руководителем, он не пришел вовремя на работу. Это вам достаточно? Если я пойду принципиальный вопрос, через две недели вы получите 35 взысканий. Я что, должен это делать? Степан Георгиевич, ну... Я предложил по-хорошему человеку, есть другая работа, он работает. Ну, я задал очень сложный вопрос, или нет? Я сказал освободить добровольно. Нет, так я сказал. Я не хочу работать. Действующее взыскание есть или нет, Степан Георгиевич? Пожалуйста. Голосуйте, ради бога. Я сам просто я не буду голосовать. Никто голосовать не будет. Действующее взыскание. Трудовой год. Это ваше дело. Ну что вы вынесли свои вопросы сюда? Оба как это самое. Потому что. Вы могли там собраться, два, три директора и. Мы с ним прекрасные отношения. Просто я сказал, что ситуация такова. Нет. Напишите заявление. Просто, вы знаете, я просил сегодня штатное расписание, программный комплекс. Вот это невозможно было обсуждать, понимаете? Я один раз высказал свое мнение, вот не помню на каком заседании наблюдательного совета, но мне страшно становится, когда технические руководители, технические работники, они лезут в творческую составляющую, в творчество. Поэтому мне, я высказал свое отношение по этим программным комплексам. По штатному расписанию я сказал, давайте перенесем на следующее заседание. Я извиняюсь, я не услышал ответа. Я не хочу участвовать. Вот он, руководитель, ты его накажи. И все. Если я накажу его, он говорит на статье. Директор накажи председателя, а сейчас председатель накажи директора. Я доброволец. Если человек добровольно хочет уйти, вы не можете ему помочь. Пусть разбирайтесь между собой. Я решу вопрос. Я вас лучше прошу. Еще раз. Нет, ты не будешь голосовать. Я вас прошу. Значит, если сетка вещания не будет исполняться, поменяйте директора. Я вас предупреждаю. Вы смотрите, что получается. Чтобы не было того упрёка. Я хочу просто, знаете, я даже встал один раз вот как вы, чтобы услышали меня. Давайте быстрее, чтобы мы закончили. Председатель, секретарь и опять же там председатель компании. Вы посмотрите, что получается. Да. Сегодня можно предпраздновать. Давайте будем делать правильно, чтобы вам приходили сюда подготовленность. Была повестка для один вопрос технические условия. Я пришел, 6 вопросов. Есть еще вопросы встал, потому что очень много работы. Очень. Денис, прими Я вам вчера звонил и сказал, есть какие-то документы? Я сказала нет.